В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сбросила кассетные бомбы на жилые кварталы столицы страны Саны. Об этом сообщила организация Human Rights Watch. Правозащитники напомнили, что применение таких боеприпасов запрещено международным правом и является военным преступлением. О жертвах пока ничего не известно. Накануне также были сообщения, что саудовская авиация обстреляла посольство Ирана в Йемене, ранив нескольких охранников. Об этом заявили в Тегеране. Эр-Рияд, в свою очередь, обвинение отвергает.